И последнее. Новосибирцы в социальных сетях активно обсуждают видеоролик с участием собаки, соблюдающей правила дорожного движения. Вот животное подходит к пешеходному переходу и останавливается. Собака провожает взглядом нарушителя, который перебегает дорогу на запрещающий сигнал светофора. И начинает движение только когда красный меняется на зеленый. Где снято это видео, неизвестно. Некоторые утверждают, что это один из спальных районов Новосибирска.